Дайте, пожалуйста, про Гарри Поттера журнальчик. 100 великих людей, там Гарри Поттер. Ну вот у вас синенький. Ну за 14.25, да, вот про Гарри Поттера. Это про Гарри Поттера? Это Дмитрий Шостакович. А, ой, прости. Здравствуйте. А можно у вас про Гарри Поттера журнальчик? Про Гарри Поттера? Ну, про Гарри Поттера за 14.25 у вас там. Ну, вот синенький. Ну, вот посмотрите, тут за 14.25. 100 великих людей Гарри Поттер. А, 100 великих людей. Да, да. Вот, про Гарри Поттера. Так, это Дмитрий Шостакович. Как Шостакович? Вы имеете в виду... Так, может, это сын Гарри Поттера? Гарри Поттер сын Шостаковича или нет? Чего вы взяли, что это Гарри Поттер? Я понять не могу. Ну посмотрите же, похоже на Гарри Поттер. Может, опечатка? Похоже. Я не могу сватать. Нет, ну точно. 100 великих имен называется же. 100 великих имен. Ну, Гарри Поттер... Шостакович, то есть это про него. Так Гарри Поттер – великое имя. Посмотрите, Гарри Поттер же напечатан. Что-то ошибка какая-то, наверное. Чего? Вот Дмитрий Шостакович. А, так правильно, Гарри Поттер это имя в фильме, а как бы в реальности Дмитрий Шостакович. Не знаю, я уже таких подробностей. Я не могу понять связь. А там не написано «Философский камень» или там «Три скражи»? Нет? Вот он «Философский камень». Тут «Философского камня» близко нет. Он был композитор, насколько нет, я знаю. Близко даже. Без «Философского камня», наверное, это вы извините. Там нету никакого «Философского камня». Ну, а как? Можно еще раз посмотреть? Точно не Гарри Поттер? Покажите, пожалуйста. Ну, написано же «Дмитрий Шостакович». Дмитрий Шостакович. Да, то есть не Гарри Поттер. Ну, извините. Женщина, ну посмотрите, пожалуйста, вот у вас снаружи стоит номер с большим портретом и написано... Ну, это 100 великих имен. Это но не Гарри Поттер. Это история Гаттера Поттера. Там не может быть по... А вы Гарри Поттер смотрели? Ну даже если я его видела, и что? Ну вы же должны узнать были артиста. Ну может быть это его там... Ну это не артист, там же написано Дмитрий Шостакович. А покажите, пожалуйста, можно посмотреть? Вот это снаружи, который стоит именно с портретом. Какой снаружи? Первый номер? Первый, да, который снаружи, вот ну, где стекло. Первый, да, да, да. Не-не-не, где стекло у вас? Вот, на витринке, вот, смотрите. Так, ну-ка. Да, вот, Гарри Поттер. Ну, возьмите его, пусть будет Гарри Поттер. Пусть будет, хорошо, пусть будет Гарри Поттер. Вы согласны, что пускай это будет Гарри Поттер? Пусть будет Гарри Поттер. Если спасибо. Вам это так нравится. Да мне нравится, и дети говорят, вот они заметили номер и говорят, дайте, папочка, папа, купи нам Гарри Поттера. А что-то я не вижу, чтобы про фильм было. Ну тут нет про фильм, тут же написано 100 великих имен. Угу. Причем здесь Гарри Поттер вообще по... А похож. Похож. Может это отец его? Отец его, вы не в курсе? Это Шостакович, какой же он ему отец? То есть, как бы однозначно вы считаете, что Шостакович? Чтоб я не ошибся, не купил, дети скажут Гарри Поттер. Ну, написано же Дмитрий Шостакович. Угу. Может псевдоним его творческий какой-то, нет? Ваш Гарри Поттер что? Это великий. Это великий, тут же написано 100 великих. Это великий актер всех народов, как бы, всех времен.
А вы не смотрели «Гарри Поттера»? Смотрела, вы уже меня спрашивали. И как, понравился? Один раз можно посмотреть. Так как один раз, если 7 частей уже? Я вот видела какую-то одну из них. А. Ну ладно, извините, будем дальше тогда интересоваться. Что-то я думал, что это «Гарри Поттер», это действительно его просто двойник, наверное, Шостакович. Ну ладно. Здравствуйте, а почем ваш «Гарри Поттер»? «Гарри Поттер» это что? Ну вот, 100 великих людей. Покажите, пожалуйста. А где вы там «Гарри Поттера» видели? Ну там, а можно посмотреть? Там артист «Гарри Поттер» на этом самом, на обложке. Никакого там артиста. Ну-ка. Да, «Гарри Поттер». Дмитрий Шостаковский. Вот, как? Шостакович. Нет, так это ж «Гарри Поттер», вы что, не знаете внешне? «Гарри Поттер». А что, опечатка, что ли? Композиторов не знаете. Нет, это из фильма «Гарри Поттер». Это не «Гарри Поттер», это композитор. Может, просто другой актер и заменили, как в «Санта-Барбаре»? Это не актер, это композитор. Сколько вам можно говорить? То есть точно не «Гарри Поттер»? Вы уже вообще это самое, молодежь, вообще ничего не знаете. Как Шостаковский? Вич. Вич. Читать тоже не умеем. Дмитрий Вич. Ой, Шостакович. Янукович, Шостакович. Ладно, то есть не «Гарри Поттер». А внутри нету там вот «Философский камень» или там «Священный Грааль Гарри Поттера»? Не написано? Это журнал о композиторе, господи. Ну посмотрите, на фотографии же «Гарри Поттер». Дети просили просто. А, я думал, кадры из фильма там. Ну при чем тут «Гарри Поттер»? Его близко тут нет. Не лежал близко даже, конечно. Да? Конечно. Извините. Женщина, что? У вас «Гарри Поттер» есть? Нет. Господи, я искал его вообще, «Гарри Поттер». Класс. Дайте, пожалуйста, «Гарри Поттер», а? Я говорю, нет, «Гарри Поттер». А вон, покажите, «100 великих людей». Какой же «Гарри Поттер»? Ну дайте, пожалуйста, смотрите, это же этот, Гарри. Ну какой Гарри, Шостакович? Я так искал вообще его. Ну, Шостакович, ну, пожалуйста. Говорю. Какой Шостакович, женщина, «Гарри Поттер»? Почем? Как вам еще сказать? Я говорю, это Шостакович, а не «Гарри Поттер». Шостакович! Ну вы кино хоть смотрели? Я говорю вам, что это Шостакович, а не «Гарри Поттер». А там нет «Философский камень» внутри, не написано. Там «Гарри Поттер», понимаете, 7 частей, «Философский камень» и «Гарри Поттер». Вы читаете, что, как это называется? 100 да. Самых великих, да, имен. Видите, кто это? «Гарри композитор, Поттер». Композитор Шостакович. И все. И на этом точка? «Гарри Поттера» нет просто. А когда будет? Его нет сейчас. Ну как же не «Гарри Поттер»? Может, опечатка? Портрет же «Гарри Поттера». Как вам еще? Ну портрет «Гарри Поттера», женщина, ну что же я могу поделать, если я вижу своими глазами. Если вот... это вам «Гарри Поттер», пожалуйста, покупайте. Но это Дмитрий Шостакович. Как вам еще объяснить? Ну-ка. Так. Дмитрий Шостакович. Так может, играл «Гарри Поттера» Дмитрий Шостакович? Почему? Вы знаете, кто такой Шостакович? Шостакович? Актер. Актер? Тогда нечего говорить. Я вам объясняю, вы не хотите меня слушать. Ну, очевидный же факт, смотрите. Ну, смотрите, Гарри... как хотите, я вам объясню, молодой человек. Я хочу «Гарри Поттера». Ну, ищите. Ищу и не нахожу. Ну, что ж, тебя слышишь, нет? Вы разбили мое сердце. Я не хотела этого. Не хотели? Нет, абсолютно. А разбили? Да вы сами себе разбили, потому что ты не далеко. Господи, ни одного намека на то, что это Дмитрий Шостакович. Фотография даже «Гарри Поттера». Вы, наверное, кино не смотрите, молодежное. Я смотрю, может, больше, чем вы. А какие фильмы? Молодой человек, я работаю. Все, спасибо. Девочки.
Помогите, пожалуйста, мне узнать, Гарри Поттер это или нет. Вот здесь вот, под фотографией. Вот журнальчик, сейчас мы определимся. Вот. Можно показать девочкам? Они просто точно знают. Ну дайте, пожалуйста, я просто покажу девочкам. Они подскажут просто и все. Потому что актер-то, актер Гарри Поттер на это самое, на фотографии, а написано, что так. Ну покажите, пожалуйста, на секундочку, я точно тогда. Как это? Никаких приколов, смотрите. Девочка. Не Гарри Поттер? Нет. А похож? Да, точно. Похож на него. Да не похож. Так он же старший сейчас. Он... А нет, может не похож, да. Он волосатый. Последняя часть, он даже волосатый. Это не он. Нет? А Гарри Поттер? Здравствуйте, а простите, пожалуйста, у вас нет 100 великих людей? Есть. Покажите, пожалуйста, что там за последний номер? Про что вообще? Про что? Дмитрий, а можно посмотреть? Просто дети спрашивали, смотрим, проверим. А, о, отлично. Так это про Гарри Поттера, да? Это Дмитрий Шостакович. Какой Гарри Поттер? Молодой. Да вот посмотрите же фотографию, господи. Ну это Дмитрий Шостакович. Ну актер, ну вы что? Какой актер? Это Дмитрий Шостакович, это его прижизненная фотография. Какой же ты Гарри Поттер, очки совсем не такие, вы что? Гарри что вы? Конечно, очки другие. У вас так, Рио подожди, есть? А может... Это фотография Дмитрия Шостаковича. А Дмитрий может, Шостакович, папа? Это же не актер. Не папа? Нет. Господи, как же я ошибся. А я думал, я деткам хотел взять нет, Гарри нет, Поттер. Не вздумайте, не берите, это не Гарри Поттер. Не Гарри Поттер, точно? Даже не его, точно да? Нет. Ну, да, Гарри Поттер это выдуманный дети, персонаж. Все книги и все читали и смотрели, это не он. Это очки совсем другие. Как же я ошибся, ну извините. Да не, увидите.